100 лет назад, в начале 20-х, чиновником наркомпроса на территории южных областей нынешней Украины работал некто Константин Михайлович Коровка, прославившийся своими махинациями по воровству целых эшелонов гуманитарной помощи, продовольствия, медикаментов, которые США предоставляли тогда голодающей Советской России. В конце 23-го года Коровка благополучно бежал в Румынию. Именно Коровка стал прототипом Александра Ивановича Корейко, которого тогдашний следователь одесского угрозыска Евгений Петров сделал главным героем своего знаменитого романа «Золотой теленок». После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество. Интересно, как назовут свой будущий роман нынешние следователи НАБУ, которые расследуют дело Златы Некрасовой, обвиняемой в расхищении 389 вагонов гуманитарной помощи и благополучно бежавшей в Таиланд.